привет! С вами я, Евгений Манаенков, и вы смотрите «Клуб путешественников». И сегодня мы с вами отправимся на поезде в город Воронеж. Я приобрел билет, время отправления 23:28 от Казанского вокзала до Воронеж. Стоимость билета в одну сторону 1222 рубля. Обратно я взял вот такой билет на экспресс, ехать 6 часов. Цена билета 739 рублей, сидячие места. Идемте на посадку. Ехать 10 с половиной часов, в 9:30 я буду в Воронеже. У меня будет вся ночь, чтобы выспаться. Мне на второй путь. У меня вагон третий. Пришли. Итак, поезд уже тронулся. У меня верхняя полка. Все, ехать всю ночь. Всем спокойной ночи. Всем доброе утро. И я уже почти приехал. Город Воронеж – один из 15 российских миллионников и крупный региональный экономический центр. С момента основания по настоящее время пережил немало славных побед и тяжелых испытаний. Не раз был разрушен и восстановлен. История Воронежа насчитывает более 4 столетий. В городе множество памятников, напоминающих о прошедших временах и о людях, сыгравших важную роль в его судьбе. Современный Воронеж очень красив, живет насыщенной жизнью и, как всегда, с достоинством преодолевает трудности и устремлен в будущее. Многие историки считают, что первое описание поселения существовало на месте будущего города-крепости, датируется 1177 годом, то есть концом XII века. Однако эти гипотезы не нашли достаточного подтверждения. Поэтому датой основания Воронежа принято считать 1 марта 1586 год. Новый судьбоносный этап в истории города, которому предстояло по воле Петра I стать колыбелью славного флота российского, начался в 1696 году. Император счел Воронеж самым подходящим местом для строительства флота из-за удобного водного пути в Азовское море по рекам Воронеж и Дон и наличия большого количества леса по берегам реки Воронеж. Петр I последующие 25 лет в общей сложности прожил в Воронеже 500 дней. В эти дни небольшой город фактически превращался во временную российскую столицу, куда приезжали ближайшие соратники и домочадцы Петра,
представители зарубежных держав. До 1709 года на корабельной верфи, устроенной на речном берегу, и завершилась постройка десятков кораблей. В Воронеже поселились европейские и российские кораблестроители. Здесь было отстроено здание Адмиралтейства, а в 1703 году с целью обучения флотских офицеров учреждена специальная школа. Флот строился для действий в Азовское море, участвовал в захвате принадлежавшей туркам крепости Азов и в Керченском походе. Именно в Воронеже нарабатывался начальный опыт постройки кораблей, который использовался при создании Балтийского и Черноморского флотов. В процессе реформирования в 1708 году структуры местных органов власти образовалась Азовская губерния, состоящая из 5 провинций, включая Воронежскую, управляющуюся Апраськиным. В год смерти Петра Великого город Воронеж стал губернским центром вместо Азова. В годы индустриализации Воронеж вошел в число крупных научно-промышленных центров страны. Продолжило строительство заводов, наиболее значительное – авиационный по производству каучука экскаваторный. В 1930 году, 2 августа, во время учений недалеко от Воронежа, впервые высадился воздушный десант. После этого город стал считаться родиной воздушно-десантных войск ВДВ. С началом Великой Отечественной войны многие заводы перешли на запуск военной продукции, а к зиме 1941 года были эвакуированы из города за Урал. В июне 1942 года регулярные части германской армии подошли к Воронежу. С момента формирования Воронежского фронта в июле 1942 года и до полного освобождения города армией генерала И.Д. Черняховского на протяжении 212 дней велись оборонительные бои на территории города. Воронеж был разрушен на 90%, часть населения угнана в оккупированные фашистами российские регионы. Однако река Воронеж так и не была форсирована германскими войсками. Активная оборона сдерживала часть германских войск, продвигавшихся к Сталинграду, и помогла легендарному городу выстоять и победить. В 90-х годах прошлого века, когда СССР прекратил свое существование, многим крупным воронежским предприятиям угрожало банкротство. Их руководители стали искать пути выживания, вступая во всевозможные холдинги и концерны. Ухудшилось состояние жилого фонда и дорог, прекращено движение трамваев. В 1990 году Воронеж вошел в список исторических городов Российской Федерации, составленный Министерством культуры. В 1992 году для нужд теплоснабжения начато сооружение атомной станции, но против возведения этого объекта на референдуме высказали жители, напуганные событиями на Чернобыльской АЭС в 1986 году. В течение 10 лет предпринимались попытки возобновить стройку, но воронежцы решительно протестовали. В настоящее время ситуация в городе значительно улучшилась. На обоих берегах Воронежского водохранилища строятся торгово-развлекательные бизнес-центры, супермаркеты известных сетей, крупные жилые комплексы. В Воронеже обустраиваются парки и скверы, реставрируются исторические здания, поддерживается хорошее состояние дорог. Обертку, это самодельный шоколад, который прямо здесь, в центре города, изготовляют
наши мастера. И сегодня мы будем пробовать. Едем с кучей вещей, все обложенные, заложенные в такси, но скоро будем на месте. А в отеле «Премьер». Наконец-то прибыли в эту гостиницу. Сейчас посмотрим, что же она из себя представляет и какие здесь цены. Здравствуйте. Мы не хотели бы снять номер, вам две стулья, двоих с тобой в кровати. Я звонила сегодня, говорю, у вас много номеров есть. Так, идем в 36-й, смотрим, где. Свет работает от карточки. Дорогие друзья, вот такой вот небольшой номер за 2100. Комната небольшая. Дополнительной мебели как таковой особо нет здесь. Ну, есть такая кровать. Да, у нас вид из окна на дорогу. Вот. Хорошо, друзья, значит, я
причитаю это к плюсам, то, что вот за 2000 в Воронеже можно снять номер с холодильником. Это уже большой плюс. То есть это очень хорошо. Вот, в принципе, номер небольшой, но достаточно теплый. Вот, здесь очень тепло, даже я бы сказала так, жарко. Вот. Такие вот шкафчики, тумбочки. Вот, ванная. Кстати, за 2000 здесь именно ванная, здесь не душ. Здесь ванная. Это еще жирный плюс для этого номера, то, что здесь за 2000 ванная. Ванна маленькая, миниатюрная, но, в принципе, это уже хорошо, да. Что здесь ванная. Так, вот туалет есть. Вот. Ну, вот так, полотенце. Вот стаканчики, чтобы полоскать. Да, по плану у нас сегодня Петровская набережная. Там, где на воде стоит корабль, но корабль этот не настоящий. Это всего лишь копия. Зато он очень-очень красивый. Он мега красивый. Потом у нас по плану Аллея влюбленных. Там сейчас сделаны красивые такие треугольники, светящиеся по ночам. Это сделали администрация Воронежская для привлечения туда людей, потому что место достаточно уютное. Вот интересно, находится рядом с храмом, Покровским храмом. А вот также у нас по плану попасть сегодня хотелось в Центральный парк, один из самых крупных и больших парков Воронежа. Хотелось бы попасть сегодня в парк Алые паруса, который находится в Левобережном районе, один из самых красивых парков Воронежа. Корабля, который называется «Готта Предестинация», в переводе обозначающий «Божье провидение». Капитанами этого корабля были иностранцы, а его команду составляли русские новобранцы.
Корабль вмещал примерно 253 человека. Корабль состоит из двух орудийных палуб, из 58 пушек, является первым линейным парусным кораблем, сделанным в России. Кораблем четвертого ранга. Мы находимся на территории парка «Алые паруса» на левом берегу в городе Воронеже. Парк был основан в 1975 году. Считается одним из самых лучших мест Воронежа. Добро пожаловать! Пяти мест по всей России и одним из лучших 400 мест для отдыха во всем мире. Друзья, с вами самая эпатажная креативная ведущая канала Клуб Путешественники Ника Ван. И в такую зимнюю прекрасную погоду 22 февраля 2021 года мы находимся в одном из пяти самых лучших мест России, а именно в парке «Алые паруса», рядом с канатной дорогой. Здесь находится вот такой веревочный канатный путь, 1000 узлов. Данный парк расположен на берегу Воронежского водохранилища. В 90-х годах этот парк претерпел изменений. Был заброшен, замусорен. Лишь в 2009 году решился вопрос о принадлежности этого парка к муниципальной собственности. В 2011 году под руководством французского ландшафтного дизайнера Доме началась реконструкция парка «Алые паруса». Не стал полностью менять дизайн парка, а внес лишь некоторые изменения. Было принято решение озеленить парк деревьями, поэтому здесь находится очень много сосен, которые полезны для здоровья. Здесь обитают птички, утки, белки. Продолжили дополнять красоту этого парка. Здесь был выведен новый сорт желтой воронежской розы, которая устойчива к холодам, цветет до поздней осени. Чтобы своей красотой радовать воронежцев и вновь прибывших гостей парка. Построен еще приблизительно 35 лет назад. Его высота 46 метров, его вес 122 тонны.
В основу сооружения легла гиперболоидная конструкция Шухова, которая обеспечивает надежность и устойчивость к силовым, ветровым и гололедным нагрузкам. Рядом с театром оперы и балета в Воронеже, один из основных и наиболее впечатляющих театров этого города. Воронежский театр оперы и балета, несмотря на сравнительно небольшой срок существования, имеет богатую и интересную историю. Основан этот театр в 1931 году. На базе профессиональных артистов, которым руководит талантливый режиссер и организатор Лазарь Аркадьевич Лазарев. Первым спектаклем нового Воронежского театра, ознаменовавшим рождение, стала опера Чайковского «Евгений Онегин». Ну что, дорогие друзья, я вот взял себе чебурек с мясом, вот чай черный. Вот сейчас я перекушу. Вы смотрите репортаж с креативной эпатажной Николай.
Перед вами Воскресенская церковь. Дорогие друзья, мы находимся сейчас с вами в Воронеже, в одном из самых уютных мест Воронежа, аллеи влюбленных. Совсем недавно воронежские власти поставили здесь вот такие вот светящиеся треугольники для того, чтобы привлечь внимание людей к этому укромному месту, рядом с которым находятся храмы и соборы. Вот такое вот романтическое место. И специально для канала Клуб путешественников мы снимаем репортаж в Центральном парке города Воронежа, или парк Динамо. Парк начал свою историю еще приблизительно 170 лет назад, когда Александр II дал указание построить здесь питомник для древесных видов растений. Позже этот парк стал ботаническим садом. В этом питомнике росло около 3500 образцов редких растений, поэтому его стали называть ботаническим садом. В 1942-43 годах, когда шли ожесточенные бои с фашистами, здесь проходила линия фронта. А в 1947 году здесь был установлен памятник борьбы советской армии с фашистскими оккупантами. Памятник восстановили, а в 1957 году царский питомник был переименован в парк имени Горького.
году парк был назван в честь писателя Горького. А с конца 60-х годов ему было дано название Центрального парка культуры и отдыха. Здесь проходили массовые ярмарки, народные гуляния, аттракционы. Здесь находилась горнолыжная база со спортивным инвентарем. Здесь проходили выступления, здесь показывали кино. Оператором и руководителем этого канала мы отмечаем удачные съемки в Воронеже. У нас сегодня вот такой вот шоколадный тортик внутри с апельсинками, со смородиной, а сверху вот такие вот шоколадные крылышки. Еще у нас на столе самодельный воронежский шоколад, который изготовляют в центре города. Белый шоколад с сухофруктами и с орешками. Наша передача подходит к концу. На этом мы с вами прощаемся. И мы надеемся, что вам было очень интересно, познавательно и увлекательно смотреть нашу программу. Если выпуск вам понравился, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. С вами была самая креативная эпатажная ведущая канала Клуб путешественников Ника Ван и Евгений Манаенко. Всем пока-пока и до скорого!